что-то-то есть, не? Посмотри-ка, что творит. Ну, 190 тысяч пробегов, хотелось бы, чтобы она дышала, как-то жила посвободнее, не знаю. По жизни ровный чел. Тачка с 14 года в семье, то есть она с нуля и до 190 в батиных руках, потом в моих. В моих она там с пробега, наверное, 90, что ли. 100 тысяч проходила, один раз поменяли сцепление, вак не ломается. ДСГ нормальная коробка, ребята, прекратите. Что там, замена масла каждые 5 тысяч, ну то есть за машиной слежу всегда в оригинале, она там запчасти, ну все норм. Единственное, кузовня подводит, но... Ну, просто хочется уже как-то либо обновить ее, либо попытаться еще с ней что-то сделать, там, типа выхлоп, чтобы не так скучно было. Но она не скучная, нет, вы неправильно подумали. Хорошо, моя радость! Боже, какая приятная машина! Короче, хочется просто порадовать себя, повеселиться. Так что я приехал к вам. Бах! Погнали! По идее, в моем понимании, звук будет немножечко громче, приятнее, с моей же банкой. Но когда я открываю заслонку, будет прямоток. Ну, а это было практически штатный, чуть-чуть громче штатного. На открытый будет громче, чем сейчас мы слышали, потому что мы за лямка. Да. Огонь. Все. Насадочку да. Не делаем, чтобы не... Нет, внешний вид абсолютно внимание. Волка в овечьей шкуре мы делаем. Мы удаляем катализатор, ставим пламегаситель. Как я понял, дальше у нас прямая труба до заслонки. Отвод от заслонки на вот это вот. Слышали все, что еду я? Какой кайф! И все смотрят, всем интересно, что это такое. А это 1.4 всего лишь. Заслонка на компрессоре, да, на отдельном, не на вакууме машина, а на отдельном компрессоре, чтоб я мог заводить сразу с этим. Бррр. Ладно, так рассказывай, как будто у меня там 6.3, сейчас я доведу суету. Нет. Но да. Вот. Ладно, посмотрим на результат. Надеюсь, будет очень круто. Я уверен, что будет круто. Я смотрел работы ребят, они молодцы, правда. Да-да! Очень круто, когда в роли ведущих у нас теперь клиенты, но с другой стороны, куда теперь мне, на какую работу выходить дальше, посмотрим. Спасибо большое за такие подробные разъяснения про свою машину. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. А ведь это действительно круто, когда человек заботится и любит свой автомобиль. Так, сейчас послушаем, да? Ну вот закрытая. Закрыто, отлично, вообще не мешает, и намека как будто бы и нет, но в целом что-то там бурчит. Так, что открываем? Давай. Насосик, оп, компрессор сработал. Но опять же, мы в D-режиме едем без спорта, без всего вот этого вот. Мы аккуратненькие. Блин, приятно, что-то слышно. О, вот сейчас будет моментик, походу. Хорошо, моя радость! Боже, какая приятная машина! Я не буду тебя никогда в жизни менять. Боже, ты очень крутая. Ребята, ну вы знаете, что делать. Следующий будет к вам Тигуан, двухлитровый полный привод. Да, да. Раз 1.4 заиграл красками, то... Какой кайф! И все смотрят, всем интересно, что это такое. А это 1.4 всего лишь. Да. Ну все, мечта сбылась. Кайф, кайф, кайф. Сыто. Сыто. Боже, я очень доволен. Все, у меня нет никаких больше слов. Я очень доволен. И крутые ребята, крутые, молодцы. Интересно, она бодрее поехала? Наверное же, да. Кату-то нет. Чуть-чуть-то их полегче. Ну, чуть-чуть совсем. Ну, это да, эмоционально вот этот вот, да. Это как на оффроуде ребят, типа. Мне не удалось найти, но это до эмоционального в вашей медитации. Спасибо. Сейчас найдем. Так, человечек. Блин. Вообще класс. Именно то, что нужно. И не громко, и красиво, и... Бархатные тяги. Бархатные тяги. Да, это правда. Бля, что за суета, а? Оп, пост, проезжаем, такие, оп, оф, все. Мы тихие ребята. И на учет встанет нормально, банка-то сзади стоковая. Если что, вдруг.
Круто, классно. Я очень доволен. Советую. И буду советовать своим близким обязательно.